Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Запитай у влади». Сьогодні гість нашої студії – голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріко. Доброго вечора. Ми раді вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. Вадим Іванович, новий рік для Миколаєва, для Миколаївщини почався з такого випробування. Негода внесла свої корективи. Сьогодні негода також вносить свої корективи, то хотілося б дізнатися, як тривала робота по усуненню наслідків цієї негоди. Як ви оцінюєте роботу і міських комунальних служб, і обласних комунальних служб? І взагалі, яка сьогодні ситуація на дорогах? Дійсно, погодні умови були дуже складними, тому при обладміністрації був створений оперативний штаб, который принял решение о чрезвычайном положении регионального значения природного характера, что позволило нам дополнительно использовать резервные фонды городов, районов, области для того, чтобы как раз очистить наши дороги, привести в порядок электроснабжение, доставить продукты питания в населенные пункты области. 17 января такой был достаточно сложный день, и когда вот оперативный штаб заседал, было ряд таких важных решений, что в первую очередь мы должны сделать. Поэтому первое решение было принято, это закрыть дороги Николаевской области, как регионального, так и государственного значения, для того, чтобы избежать транспортного коллапса. И вот благодаря этому решению и выполнению распоряжения главами районных администраций, мэрами городов, у нас как раз проблема немного миновала. Многие могут критиковать, что в течение там, 2-3 дней до определенных населенных пунктов не было транспортного сообщения, не были расчищены улицы. Я вам больше скажу, что на 17 января 180 населенных пунктов были без электроснабжения. И в течение 4 дней облэнерго, главы районных администраций, специалисты, а также мы подключили военных, национальную гвардию, устраняли данные аварийные поломки. Я прошу прощения. Вот это все происходило, поверьте, в таком постоянном режиме. Люди в течение 5 суток не спали, работали для того, чтобы очистить, для того, чтобы доставить, для того, чтобы освободить людей, которые были в транспорте занесены снегом. Вот. Была привлечена тяжелая техника для скорейшей расчистки автомобильных дорог. Это и трассы Р-06 Николаев-Киев, это и трассы М-14 Николаев-Одесса, это и трассы Р-11 Николаев-Днепропетровск и трасса М-14, где переметы были до 4 метров высотой. И без тяжелой техники очистить данное направление просто было невозможно. В связи с этим я хочу сказать, что нам необходимо дополнительно приобретать технику, которая профессионально могут очищать дороги, которые могут убирать снег, потому что у нас ее недостаточно. В городе Николаеве 29 единиц техники, в городе Львове 120 единиц техники, в городе Одессе около 70 единиц техники. В области у нас такая же ситуация, и даже еще хуже, в связи с тем, что техника 70-80-х годов. Нам необходима роторная машина, и я обратился уже к депутатам областного совета для того, чтобы рассмотрели, внесли предложение. И что в этом такое году роторная машина? Это машина, которая очищает дороги, и она гораздо быстрее убирает снег. После нее уже идут машины, которые раскидывают в сторону и дают проезжую часть более свободная. Вот как раз те 3-4-метровые без тяжелой роторной техники невозможно чистить дорогу. Вот. Поэтому проблемы есть, и их, конечно же, необходимо
решать, и эти решения зависят не только от главы районной администрации или от мэра города. Эти решения зависят и от советов, эти решения зависят и, конечно же, от финансирования. Если в городе Николаеве есть возможность профинансировать, то в городе Очакове сегодня нет возможности профинансировать и купить технику, которая необходима для расчистки и уборки улиц. Вот. Но хочу сказать также, что Америка, 200 лет не было войны, экономика номер один в мире, но в то же время вы видите, когда стихия постигает, тогда сложности достаточно тяжело убрать, и принимают такие радикальные меры, останавливают полностью транспорт, причем распоряжением губернаторов принимают решение о невыходе на работу, свободных выходных днях, и это очень правильно, это эффективно. У нас, к сожалению, законодательно мы можем только рекомендовать, мы не можем такие распоряжения издавать, и в связи с этим тоже были некоторые проблемы. Но в то же время я хочу сказать, что осадки в этом году выпало гораздо больше, нежели в прошлом году. Эффективно отработали коммунальщики в городе Николаеве. Я хочу поблагодарить общественников, которые выходили и работали как соцпатрули по городу Николаеву, помогали скорым помощам, помогали больным, помогали инвалидам, помогали пожилым людям, помогали транспорту, который мог попасть в аварийную обстановку. Вот. Также благодарен то, что общество уже слышало, и многие предприниматели, многие предприятия действительно отреагировали и делали свободно, и сделали два дня, сокращенно выходными днями. Вот. Это тоже своего рода помогло избежать транспортного коллапса. Ну и, конечно же, хочу сказать, что предприятие «Облавтодор», опять-таки, мы можем критиковать, мы можем говорить, что некоторые населенные пункты были в течение 4 дней не очищены от снега, вот, и не было доступа транспортного к определенным населенным пунктам, это и в Новобужском районе, это и во Врадевском районе, но в то же время у них была поставлена задача, в первоочередно, это трассы государственного значения привести в порядок, и транспорт, который скопился на границах Николаевской области, а также в городе Николаеве, вывести и дать свободный трафик. Вот. Что было и сделано? Первая дорога, это Николаев-Одесса, трасса М-11 была открыта, но в то же время с одесской стороны были небольшие временные рамки, и нам пришлось временно приостановить движение, возобновили через 4 часа. Вот, это все происходило на эмоциях, потому что большое количество водителей, которые четверо, двое, трое суток находились в дороге, угу. Вот, но приходилось с ними отрабатывать. Опять-таки, общественные организации достаточно помогали нам в данном вопросе. Поэтому в целом я хочу сказать, что область справилась, я не могу сказать, что она отлично, но лучше, нежели в прошлом году. Давайте. Нам необходимо по этому поводу принять ряд решений, нами направлены уже обращения и мэрам городов, и депутатам областного совета. Самое важное в этом случае иметь технику, иметь профессиональных людей, которые смогут скоординировать свою работу техники и очистить вовремя населенные пункты. И также хочу поблагодарить это руководителей предприятий, и компанию Эвери, и компанию НГЗ, Николаевский линоземный завод, наш государственное предприятие Южно-турбинный завод, которые оказали поддержку в очистке нашего города и области, а также многие другие предприятия, фермерские хозяйства, которые в районах, в селах брали на себя ответственность и вместе с службами чистили улицы, чистили проезды от районов к населенным пунктам. Поэтому всем большое спасибо. Действительно, мы сгруппировались. И не вините нас строго. Будет лучше гораздо. Нам необходима децентрализация, финансы, приобретение техники и хорошие заработные платы тем коммунальщикам, которые работают. Потому что у нас сегодня есть долги в некоторых районах Автодора, в его было Автодора по заработной плате. И люди, несмотря ни на что, выходили и в круглосуточном режиме работали, чистили нашу область.
Вадим Иванович, я знаю, что вы лично инспектировали то, как очищались дороги в области. Я предлагаю, у нас есть материал, предлагаю его посмотреть, потом мы продолжим беседу и заодно напомним, собственно, как это было, чтобы люди видели, как работа шла. Так, в другій половині дня трасу М14 в напрямку Одеси вже відкрили для проїзду легкового транспорту. Надалі планують дозволити рух вантажівок. Так само відкрито сполучення з Новою Одесою, Вознесенським і Первомайським. Працює тяжела техніка, привлечені воєнні. Все робимо для того, щоб забезпечити проїжджаємо частину з дві сторони. Соціальні патрулі забезпечують водіїв та подорожуючих гарячим харчуванням, чаєм або кавою. Додатково підвозять свіжі хлібобулочні вироби. На даний момент ситуація суттєво покращилась, проте досі дехто із полонених негодою продовжує емоційно сприймати даність. Легковой транспорт пустили, уже трассы открыты, грузовой транспорт пока не пропускают. Но мы не должны допустить аварийных ситуаций, потому что работает тяжелая техника. Если один из этих грузовиков остановится на трассе, значит мы заблокируем полностью движение в две стороны для всех видов транспорта. За добу всі сили буде підтягнуто на Кіровоградський напрям. Поки що тривають завершальні роботи на автодорогах Р-06 Миколаїв-Ульянівка, Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ, М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ на відрізку від Миколаєва до Одеси. Населені пункти Миколаївської області повністю забезпечені продуктами харчування. У 27 триває відновлення електропостачання. Собственно, такая иллюстрация ваших слов. Смотрите, вот вы говорили о непогоде в Америке. Ну, в соцсетях очень много фотографий по этому поводу, на новостных ресурсах. Американцы так достаточно с юмором отнеслись, а у нас с критикой. И с критикой, и с юмором. У нас с критикой, вплоть до того, что перекрывали дорогу и блокировали транспорт МЧС. Вообще как-то так вот. А зачем это делать? И, собственно, это же даже не водители грузовиков. Я вам скажу, вот оперативный штаб работал в круглосуточном режиме. Два минимум раза, а то и три раза все главы районных администраций вместе с мэрами городов областного значения докладывали об обстановке в каждом районе и в каждом городе Николаевской области. Там, где возникала критическая ситуация, мы сразу направляли все силы для того, чтобы разрешить те аварийные моменты. Вот, допустим, в Снегиревском районе самое большое количество было отключено населенных пунктов. Мы сформировали группу с специалистами, которая сразу же выехала в Снегиревский район для того, чтобы отремонтировать, восстановить электропостачание в населенные пункты. Мы привлекли Национальную гвардию, потому что опоры, которые находились в полях, к ним добраться просто было невозможно. И вот Национальная гвардия своей техникой, в экипаже, которые были специалисты Облэнерго, наши специалисты с районных администраций выезжали на места для того, чтобы привести в порядок и дать свет в населенные пункты. Вот точно так мониторинг был по каждому учебному здравоохранительному заведению. Мы четко контролировали продукты питания, медицинское, медпрепараты, которые крайне важны и необходимы. Мы понимали, что ситуация может быть затянута на сутки, на двое, на трое по некоторым населенным пунктам. Вот опять-таки культура наших водителей, ну, на самом деле водители, когда вот пробирались через блокпосты и проезжали буквально там 1-2 населенных пункта, останавливались, нам приходилось направлять технику тяжелую вместе с сотрудниками МЧС для того, чтобы их вызволить из снежных заторов. И вот такие водители нам доставляли проблемы. И вплоть до того, что были водители, которые везли с собой пассажиров. И по 20 человек это в Врадевском районе. Да. Поэтому, конечно, ну, с этой ситуацией мы тоже умело справлялись совместно с нашими сотрудниками. Был же опыт прошлого года. Ну, вы знаете, на самом деле постоянно необходимо учиться, и штаб, это не, управлением штаба, вот важно еще, чтобы координация шла со всеми районами, со всеми управлениями, с предприятиями, для того, чтобы как можно быстрее реализовывать достигнутые вопросы и разрешать те проблемы, которые возникали в области. Вот, я надеюсь,
надеюсь, что в следующем году мы не только будем опытнее, а у нас появится новая техника. Сегодня мной направлено также обращение на министра инфраструктуры по возможности приобретения техники для нашего облавтодора в количестве 6 единиц. И это как раз техника профессиональная для очистки снега. Вот, в зимний Какого период времени. Я получить? Думаю, что министр инфраструктуры нас поддержит, и, соответственно, решение будет принято. Вот. Ну и, конечно же, мы рассчитываем все-таки на депутатов местных советов, которые также рассмотрят вопросы у себя в районах и в городах. По крайней мере, мэр города Николаева пообещал, что в этом году также приобретет роторную машину для города Николаева. А стоимость роторной машины 3 миллиона 700 гривен. Это украинского производства. Вот машина, но она нам необходима и для города, и для области. Вадим Иванович, собственно, вот уже сутки почти снова идет снег. Я так понимаю, система-то уже отработана и, наверное, будет проще как-то справляться, потому что с дороги снова, так, не скажем, что в хорошем состоянии. Да, вот что касается города, было тоже принято мэром правильное решение. Магистральные улицы расчищались в круглосуточном режиме. Вот снег шел, а улицы чистились для того, чтобы не создать транспортного коллапса, и для того, чтобы улицы уже были прочищены на утро. И им это удалось. Вот. В то же время смеси, которые рассыпались с ночи и в период как раз, когда уже была метель и непогодных условий. И я уверен, что сейчас также отрабатываются данные вопросы. Вот. Если будет необходимо принять решение о закрытии трасс государственного значения, значит, будет определено время, и мы проинформируем население и проинформируем водителей, потому что это прежде всего безопасность их и наших граждан, которые могут проезжать по этим дорогам. Если говорить о безопасности, в том числе, непогода показала, выявила еще одну достаточно серьезную проблему, то, что скорая помощи, они не обуты в зимнюю резину. И сейчас этот вопрос, в общем-то, достаточно активно решается. Вот, каким образом и кто причастен? Я в этом плане не собираюсь никого винить, но в то же время назначена служебная проверка и создана рабочая группа, кстати, которую возглавил депутат Артем Александрович Илюк. Вот, и я уверен, что как раз вот и при поддержке депутатов от Николаевской области они смогут внести изменения в бюджетный кодекс, по причине того, что те средства, которые были определены на замену резины, они были все выделены на наши районы и области, и этой суммы недостаточно. И нет четко прописана зимняя, летняя резина, нет четко прописано, сколько раз необходимо менять резину в году. Вот, поэтому а здесь как раз достаточно серьезный. А износ серьезный, и сейчас вот благодаря общественникам, благодаря народным депутатам, вот таким народным способом приобретают резину для транспорта скорых помощи. Но необходимо внесение депутатами изменений в налоговый кодекс, и я думаю, этот вопрос будет разрешен. Но в то же время я хочу сказать, что вот у нас существует фонд при обладминистрации, как раз который может направить средства на такие нужды. И в этом случае где-то наши специалисты недоинформировали как меня, так и моих замов, главу областного совета по данной проблеме. Потому что на самом деле не сейчас мы эту проблему должны решать. Эту проблему нам необходимо было решать еще осенью. И в этом случае неинформированность – это не означает, что нет вины. Да? Но то, что средства, которые были выделены государством в размере от 120 до 130 тысяч гривен, они все были направлены на приобретение шин, вот, причем через систему Прозора,
Но в то же время, если проблема такая уже существовала, мы должны ее были разрешать осенью. Здесь я принимаю вот, не то что обвинение в адрес обладминистрации, а вот в тех, обвинение в, тех, в адрес тех людей, которые не проинформировали о сложившейся ситуации и не предвидели ситуацию в зимний период. Потому что мы осенью проводили коллегию, и нам каждый начальник управления департамента рапортовал о готовности к зимнему периоду. Те же тепловики, тот же облздрав и департамент образования и все структурные подразделения. Поэтому я думаю, что рабочая группа сделает свои выводы, а народные депутаты внесут изменения. Те, которые должны быть внесены, потому что такая проблема не только в Николаевской области, а в целом в стране. Да, если говорить о том, ну, какова ситуация сегодня, сколько скорых помощи уже обули, если есть цифры. Да, в городе, сколько еще нужно? В городе Николаеве уже более 20 скорых помощи, которые полностью приобретены за счет средств меценатов, народных депутатов. Предприниматели, вот. Предприниматели также откликнулись. Да, предприниматели откликнулись. Но у нас еще около 30 машин по области, которым необходимо дополнительно приобрести шины. И я думаю, что вот как раз подключатся некоторые руководители предприятий и смогут оказать такую поддержку. Владимир Иванович, к сожалению, время наше уже подходит к концу. Хотелось бы еще, конечно, про форум. Давайте очень кратко, да, по поводу буквально, форума. Буквально одну-две минуты, не более того, потому что хорошо. Событие для Николаева достаточно уникальное, и вопросы, которые поднимались во время этого форума, в общем-то, глобальные и к области относятся в том числе, несмотря на то, что событие было более городским. Пожалуйста, коротко ваши впечатления от работы форума. В прошлом году мы провели форум «Николаевщина. Надежный партнер». Вот. После выборов в местные советы у меня была встреча с мэрами городов как областного значения, так и районного значения, где первый вопрос мой был поставлен к ним: «Вы готовы развивать? Вы готовы проводить форумы? Вы готовы привлекать инвесторов в свои города?» Все мэры городов, конечно же, ответили «да». И вот как раз я прорекомендовал им провести форумы развития инвестиционной привлекательности их регионов. Вот первый наш мэр города Николаева как раз такое провел достаточно на хорошем уровне форум, где приняли участие более 700 представителей различных общественных организаций, депутаты, руководители крупных предприятий. Такой своего рода мозговой штурм, который произошел. Ну, я думаю, что будут положительные достаточно проекты для города Николаева, а лучшие должны быть реализованы. И вот это тоже как раз задача как мэра города, так и областной администрации. И хочу сказать, что что может дать этот форум, начало развития, стратегия развития. А стратегия развития – это такой научный труд, который, ну, над которым должны работать специалисты, над которым должны работать депутаты, вот, ученые, и дать такую дорожную карту развития города Николаева. И вот это важно. А потом контролировать и выполнять данную стратегию развития. Вот если мы это сделаем, утвердим решением сессии, тогда это будет действительно большой-большой плюс для города, вот, ну и для мэра как руководителя. А я уверен, что он сможет это сделать. Ну що ж, будемо сподіватися, що всі ці розмови, всі ці проекти не залишаться балачками, а будуть реалізовані. Дякую вам за те, що завітали до студії. Дякую за відповіді. Всього вам найкращого. Спасибо.